Всем привет! Вы на канале Дом Черной Совы, и с вами, как всегда, парам! Аня Хитрик. У-у-у, ага, проухала мудрая птица сова. Ну что же, готовы? Мы тоже готовы. Сегодняшняя история посвящается всем тем, кто любит вкусно покушать, а значит и мне тоже. Джулия Дональдсон, король и повар. Король возмущался. Я ем, что попало. И повара остро ему не хватало. Герольды трубят, ту-ту-ту-ту, и буквально с утра толпою явились к нему повара. Бегут во дворец, как ошпаренные, таща с собой книги поваренные. И варят, и жарят они, и пекут. У всех окружающих слюнки текут. Только король не дает им покоя. Жесткое мясо, яйцо не крутое, тесту не место на нашем столе. Кто запекает сосиску в желе? Это не гусь, а какая-то курица. В общем, король негодует и хмурится. Вот и последний пришел кандидат. Ноги шатаются, руки дрожат. Доброе утро! Я Бобби Трясучий. Вдруг пригожусь на какой-нибудь случай. Что ж, попытайся. Решает король. Рыбу с картошкой сготовить изволь? Рыба с картошкой – любимое блюдо. Только сперва порыбачить не худо. Спасите! Орет перепуганный Боб. Еще не хватало, чтоб повар утоп. А если от этой пучины морской испортится фартучек мой поварской? А если акула поймается в сети? О, ужас! Мне жутко! Спасите, спасите! Король умилился фигурой жалкой. Ну, что ж, помогу тебе с этой рыбалкой. Вот крупные рыбы количеством 5. Теперь тебе время картошку копать. Помилуйте! Повар кричит королю. Копать я умею и очень люблю, но скользкие черви, но мелкие мошки порвутся штанишки, вспотеют ладошки. Король облизнулся от голода. Что ж, вскопать я вскопаю. Но вот тебе нож. Порежь-ка мне эту картошку на чипсы. Уж этому ты, несомненно, учился. Мне страшно, лепечет испуганный повар. Мы резать обучены, что ж ты такого? Но если не справлюсь я с этой задачкой, поранюсь, порежусь, рубашку испачкаю. Нет, я не могу. Не могу прикоснуться к ножу. Я прямо напуган, я просто дрожу. Ну что же, воскликнул голодный король. Порезать порежем. Не справимся, что ли? Рука короля сковородку нашарила. Поди, разогрей эту штуку для жарева. Но повар в испуге. Какой оборот! Я с раннего детства боюсь сковород. Ужасные брызги горячего масла, и с виду ужасно, и коже опасно. Погибнуть на кухне от масляных брызг. Простите, но тут неоправданный риск. Король говорит, ради блюда готового придется и тут постараться за повара. Развеялся чад и рассеялся дым, король приглашает. Давай поедим. Лицо короля
покрывает испарина, картофель прекрасен, и рыба прожарена, отлично на вкус и приятно для взгляда. Все именно так получилось, как надо. Владыка утер подбородок и лоб. Ты справился, Боб. Я беру тебя, Боб. Вот такая вот история. Ох, прям захотелось мне картошечки с рыбочкой поесть. Ну что ж, всем приятного аппетита, хорошего дня, а мы скоро увидимся. Всем пока. Ага, проухала мудрая птица-сова.